Архангелогородцы могут помочь семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, собрать первоклассников в школу. Где принимают вещи, необходимые в учебном году, расскажет Лидия Папуш. Портфель, пенал с карандашами и ручки, тетради, линейки, альбом для рисования. Такие наборы вручат первоклассникам, семьи которых оказались в трудной жизненной ситуации. Акция «Скоро в школу» вновь началась в Архангельске. Она проходит с 2005 года. Канцелярские принадлежности комплектуют в подарки и в преддверии 1 сентября дарят будущим школьникам. С 2018 года наша акция поменяла формат. И теперь, кроме того, что заложены денежные средства в городской программе, любой неравнодушный горожанин, общественные организации могут принести подарки в куб, который установлен в администрации города. Людей и организаций, которые хотят поучаствовать в этой акции, становится больше. Торговая сеть «Лента» и Центр социальных технологий «Гарант» также присоединились и подарили детям портфели с ученическим набором. К слову, и жители города могут помочь отправить первоклашек в школу. Я считаю, что это отличная возможность помочь тем, у которых нет денег, приобрести школьные принадлежности. Куб расположен в здании администрации города по адресу Ленина, 5. Лидия Папуш, Ольга Красулина, Регион 29.